здравствуйте, девочки, мальчики, чин, кабанчики, маюхи. Вот. Вот. Короче говоря, вот такие вот у меня мозги, и сегодня вот немножко операцию сделали мне, понимаете? Мы будем, короче, делать это, как говорится, сказку для малышей. Вот. Вот, короче говоря, вот такие, вот такую штучку купил. Ну, такая хорошая штучка. Ну, короче, для 4 месяцев. Вот. Очень дешево-дешево ходил я вот в светофор. Это сказка такая, сказка, я ходил в светофор. Ой, такой хороший сок. Ну, я хотел попробовать. Что за сок? Сейчас я вот эту фигню открою. Неудобно вот держать. Неудобно. Так вот, на чем я хотел поговорить. Вот. Дети маленькие бывают такие. Маленькие, вредные, вреднючие. Особенно вот некоторые там Яночки, Ваня, мачехини. И, короче говоря, эти чайки, нунчаки. Еще там некоторые упырьки. Вот, хочу сказать. Этим дорогим подручкам маленьким надо, чтобы родители их по попке погладили. Да так погладили, чтобы уже в следующий раз к взрослым дядям они не приходили. И всякой сок хороший, друзья мои, сок хороший. Вот. А то неожиданно какой-нибудь бабайка к ним придет. Бабайка злой бывает. Он приходит всегда к некоторым мальчикам и девочкам, которые плохо ведут себя. И вот, хочу сказать, очень трезво выясняет. Ой, сук хороший, кстати. Для малышей очень вкусно. Я же маленький малышок, малыш. Вот. Мне нужно вот всегда, мне 4 месяца, друзья мои. Вот. Ну, у меня тут окошечко лежит, вот она. Лежит такая. Ой, спят усталые игрушки мне. Так вот, песенку сейчас пою, чудесненько. Милая моя... Ой, голоса сегодня нету. Голос испортился от крика и шума, да, друзья. Да тут вот еще от медузы, вот видите, остались вот рожки. Вот жена, когда изменяла мне, руки вот оставила, вот видите. Теперь вот один череп с рогами. Что делать? Да еще молодость не жизнь, лучше проживешь, больше подрастешь. Ну да ладно, я ж не обижаю никого, не обижаю, я ж вежливый человек, вежливый, вот такая вот сказка, друзья. Ой, ну такую вот сказку, хаюзи, а детей надо своих, как говорится, шлепать каждый день, если они не слушают, если плохо себя ведут, не надо им таких сказок добрых делать, их просто нужно бить, да не просто бить, а истязать, брать плетку и чухать их, чтоб в следующий раз истерики не закатывали, да. И слушали родителей, особенно писали, хотя скоро, друзья мои, 1 сентября надо в школу идти, собирать вот учебники, все такое. Родители, конечно, любят своих детей, прям в попку их целуют, в лобик. Ну, короче говоря, детей вот таких вот, которые плохо ведут, нужно вот таким способом даже делать, понимаете? Ну, да ладно, что вы думаете, напишите мне. Ну, на этом все, друзья мои. Сказка потом будет. Дети — это наша радость, чтобы выросли они хорошие, прекрасные. Они должны слушаться взрослых, дядек, тетек, вот, и мамочек, и папочек, вот. Вот, так вот, вежливость — это должна быть. И у детей тоже должно быть чувство такое, да. Так, выпьем мы, малышонки мои, за милую сказку. А там зайчик вот, попрыгайчик, он все вот видит. Вот так вот, видит вас, видит. Он даже солнышко выглянуло, солнышко такое, ой. Ай-яй-яй. Ладно, друзья мои, не будем много разглагольствовать, чем симпока люблю я вас. Ой, остановись-то, бебе. Бебе.